Так, вот уже что-то видно. Микрофон есть, звук есть. Да, вот есть звук, есть микрофон, есть даже Ага. замечательный хромакей. Так, у меня тут на фоне стоят горы, еще и старые конференции. Ну, пусть они останутся тогда. Ну, по-моему, отлично. Горы, горы это, горы это хорошо, да. По-моему, отлично. Для нашей передачи. Да, я сейчас. Поближе двинусь. Здоровье. Там вот пропадает чаша моя. Видно чаша? Да, у меня вот Гошина. А у меня Гошина как раз в поляне, вот горы Красной Поляны, она там Гошина, здесь вот Ага. такая вот. Да, ну, собственно, я не Так, знаю, микрофон. удалось ли посмотреть Вот так там. погромче. Нормально, просто есть задержка, поэтому, ну, ее надо как бы учитывать такое немножечко, когда кто-то говорит, потом надо делать паузу и, в общем, в таком режиме. Вот. Понятно. Ну, не знаю, удалось ли посмотреть что-то из вот тех уже выпусков, которые были. Вот. Ну, удалось посмотреть, я понял основной вопрос, зачем ты этим занимаешься и почему? Как-то вот так вот звучит. Ну, можно так свести, да, можно к такому свести плакату, вот, но Ну, в ты его принципе, задай по-своему. да, но в принципе, вот, то есть, просто есть как бы вот эта тема такая под общим названием секухати, потому что, ну, слово такое как известное, да, то есть все остальные там хочику, кетаку, там и какие-то разновидности и нюансы, это уже для тех, кто уже, ну, входит в тему или в теме. Вот. Посвященных. Да. Вот. А вот как бы общее название секухати. Соответственно, все вот люди, кто, ну, уже какой-то опыт с этим взаимодействием имеет, там больше, меньше, и разные стили и прочее. И вот у меня возникла эта идея, собственно, пообщаться в такой вот непринужденной обстановке. Вот, и, ну, и для себя я что-то тоже как-то вот получается так, что мы, допустим, ну, со многими участниками и знакомы вроде бы много лет, но какие-то там нюансы для меня, какие-то истории, ну, как бы новые такие они получаются, да, то есть, например, вот, можно, кстати, с этого и, так сказать, начать, потому что с тобой мы тоже как бы давно знакомы, но в то же время... Я для меня Да. какой-то покрыто каким-то вот туманом, как тебе это вот пришло, как ты появился, через что появился, через секухати или кетаку сразу пришла. Вот, ну, об этом начальном своем взаимодействии вот с этим миром, расскажи, пожалуйста. С чего все началось, да? Ну. Ну, началось, конечно, со звука, который был необычный для меня. Я впервые услышал его в фильме Тарковского «Жертвоприношение». Такой фильм ты знаешь, Конечно, конечно. да. Там, по-моему, играет, не помню кто, но, по-моему, кто-то известный из Мэтров. Вот Адзуми, насколько я помню. Ватадзуми, по-моему. Да, Ватадзуми, да. Ну и это было, конечно, само творчество Тарковского. И я так понимал, что это не случайно попавшая музыка в этот фильм. То есть я не воспринимал это как музыка, но воспринимал как общий такой... общее пространство, в котором что-то звучит.
И вот это что-то, оно как-то очень созвучно было с тем состоянием, с той музыкой, которую я, может быть, интуитивно как-то хотел слышать, или, может быть, она звучала во мне, я не знаю, как это произошло, как эти резонансные отношения возникают, но что-то возникло, да, возник какой-то резонанс, и память о этом звуке, она как-то сопровождала меня. Я понимал, что это флейты, вот, но что за флейты? Я начал тогда интересоваться активно. Первая у меня флейта появилась, потому что я много путешествовал, искал различные традиции, учителей, контакты, общение, Крым, Питер, Западная Украина. И вот меня настигла это уже такая память об этом звуке в Самаре. Я проходил мимо магазинчика музыкальных инструментов. Мне визуально нравится кларнет, просто красивый инструмент с металлическими кромками, деревянный. И я просто, ну, любил заходить, просто посмотреть, какие кларнеты продаются вообще. И смотрю, витрина, маленькая флейточка, блок флейта лежит. Я посмотрел, там 2,5 октавы. Я думаю, да замечательно. Вообще, то есть фортепиано я с собой рюкзак не возьму, гитара тоже занимает некий объем, а это прям вот, ну, прекрасный инструмент для того, чтобы вот, ну, что-то играть, что-то вот, что возникает в голове, в сознании, в сердце, где-то вот там сесть потихоньку. Я начал вот воспроизводить звуки, ну, помня именно о том звуке. Ну, и потом, когда я вернулся в Москву, ну, я уже играл на бансуре, ну, начинал играть, познавать бансури, сяо, китайскую флейту, вот, и меня судьба свела тогда у Бронислава Виногродского, как я его называю, первый чайник Советского Союза, потому что он вообще первый привез чай, по-моему, вы меня не обижается, в принципе, это нормально, такой Степ. Да, Вот, он у не него был этот институт обидится. ИСТ, институт социальных технологий на Казакова. И там были замечательные такие вечера, которые проводил Сергей Емельянов. Это были чайные вечера, на которых проводилась чайная церемония, и Сергей раскладывал перед присутствующими все свои инструменты своего большого рюкзака и сумки, там всякие трещотки, какие-то ударные инструменты, свистелки и много-много разных флейт, которые там лежали. И мы, то есть был такое импровизация, озвучивание состояния именно этого вечера, это именно чайной церемонии. И вот все брали инструменты, Сергей задавал, может быть, какую-то ноту, какую-то, ну, такую, рисунок этого всего, и все подхватывали, и получалось такое красивое сопровождение, вот, озвучивание вот этого пространства чайного и состояния тех людей, которые присутствовали. А Александр, а Да, вот да, да. на такой момент я просто, ну, Алекс, Алекс. да, вот, значит, какой это временной промежуток? Потому что я понял, что это какой-то все-таки был, ну, такой вот путь вот этих первых исследований, так сказать, знакомства с какими-то инструментами до вот уже, потому Ну что да, Сергей Емельянов это это все-таки, наверное, уже какие-то там 2000-е, наверное, мне кажется, да? ну да. Это уже 2000 год, потому что абсолютно непонятно было для меня. Я понимал, что это бамбук уже, да, то есть что это не тростник. Даже вот у меня понимание было такое, но я нигде не встречал. Я пробовал бансури, пробовал сяо, пробовал различные инструменты, но ничего подобного я больше не слышал. То, что я хотел услышать, я не слышал этого. Да, и это путь, это где-то с 97 года, примерно, вот до 2000-х годов.
И получается, где-то вот эта встреча с Сергеем уже это 2002 год, 2003, наверное, вот так вот, скорее всего. Вот. И вот на одном из вечеров он опять же раскладывает эти инструменты, и вот какая-то флейта, и он ее берет, издает звук, и я понимаю, о, ну, что-то прям вот, ну, близко. Похоже такое. И вот начинаю спрашивать. Да, я говорю, что это такое? Он говорит, это японское я сделал. Он говорит, ну, это прототип, как бы, это не совсем японское, называется секухати. Вот впервые я тогда слышу вот это вот слово. А, да, ну, до этого у меня уже появился... А нет, еще не появился. Это потом тоже в «Белых облаках» уже я... Коку Нишамуру увидел вот этот диск, продавался, где фотография, он сидит с большой вот трешкой флейта, и уже, да, это было уже попозже. И все, и я как бы, что за инструмент, уже начал досконально расспрашивать. У Сергея были даже какие-то нотки первые, вот, которые отдаются в кинковской школе, там типа «Лосадули в огороде», вот она вот такие, какие-то такие первые пьески, и я их прям, он мне сделал флейт, тоже, ну, как секухати, но она тонкая была, ну, ясно, что это не секухати, но принцип 5 отверстий ровно расположенных, ну, звучание для меня тогда это было просто что-то сверх вообще, что инструмент что-то подобное издает, вот эти вот шелесты, свистения, шумовые какие-то вот такие вот эффекты, которые я услышал в свое время в фильме. Вот. И я эти все пьески выучил, начал там что-то еще играть, и начал у Сергея уже спрашивать более подробно. Он говорит, ну, дальше я у тебя уже ничего сказать не могу. Там, если ты хочешь, вот есть такие мистические существа, обитающие в консерватории, это Гоша и Дима. Вот тебе надо двигаться куда-то в то направление. Вот. Над всем этим стоит еще там Маргарита Ивановна Каратыгина, кафедра музыки народов мира. Вот туда приезжает каждый год там некий японец, который бесплатно там буквально может тебя с этим совсем познакомить, и ты можешь, ну, попробовать уже там по-настоящему что-то. А до этого, вот если ты найдешь, там вот есть такие вот обитают люди уже вот с этими флейтами знакомыми, не понаслышке, как я говорю, потому что я все-таки... Полумифические Я существа. Все-таки на бансере больше играю. Вообще, то есть, да. Вот. Ну, и я пришел на кафедру, познакомился с Маргаритой Ивановной, она сказала, что да, вот осенью обычно приезжает японский мастер Кахеси Мидзу, и действительно можно прийти и начать заниматься. Вот, но отдала контакты Гоши и Димы. Гоша тогда там работал в консерватории сторожем или там что-то он делал, ну, там по ночам. И мы, я уже не помню, как встретились, и Гоша, он, конечно, играл хон-кёку только, да, и меня это сразу... Я услышал, как он играет, и сразу, ну, вспомнилось вот, ну, этот звук, это то, что я слышал, вот оно уже совсем-совсем вот близко, а непосредственно рядом со мной находится человек, который это еще и воспроизводит все как бы вживую. И, конечно, я уже до того, когда я дождался Кахеюси Мидзу, я уже, можно сказать, заразился вот этой вот... хонкёчностью, хонкёчностью, вот так вот мы ее назовем. Вот, и когда Кахеси Мидзу приехал, то, естественно, правила школы кинка, они подразумевают вот игру всех пьес светского репертуара до того, как начать вот этот... вот это вот звукоблудие, вот это хон-кёку.
Вот. И я пошел тоже этим путем. Я брал уроки, Кахей Симидзу давал мне эти уроки, я выполнял задания до определенного момента. Ну, наверное, года 3, может быть, даже 4. Я уже не помню сколько, но я посвятил себя именно вот традиционно. Кахей Симидзу приезжал, стучал маленькими кулачками, потому то, что я ритм не держу, стучал ножкой, злился, грозился ударить по буковой флейте, как бы, но ни разу не ударил, вот, потому что он воспитанный человек. И, вот, ну, я старался, занимался и вот шел этим путем, ну, как бы из уважения, уже из уважения к Кахею Симидзу, к традиции, и видя, как он это просто переживает, вот, когда ты не подготовился к занятию, когда ты там не, ну, допустим, видно, что ты не разобрал эту пьесу, да, там, и поэтому я старался, чтобы не было вот этого, я старался сделать все задания, занимался, много, вот, и в чем-то это как бы было полезно, потому что там есть темпы, есть ритм, есть аппликатура, быстро меняющаяся, как в европейской музыке, там состояние пьес, настроение, темп. Ну, это помогло, может быть, какой-то технике, да, там понимание, вот, да, как эти дырки, быстро закрываются, открываются, там все такое. Но все равно вот состояние медитативное, хон-кёку, оно, конечно, было ближе по состоянию именно того, чего я хотел. Вот, и когда появился, ну, когда я услышал еще, что Гоша с Димой играют еще и вообще на больших флейтах, и там еще этот звук ближе к тому, что я слышал в фильме, как бы, что это не секухати уже, что это вот он, как бы, такие звуки, Ну, и это абсолютно... там уже Да, там уже, да, вот он, да, там... А там уже, там уже, да, то есть соответствующие такие началось. размеры уже, да, то есть. Да. Вот. И первую флейту сделал наш замечательный Валентин из абхазского бамбука. Я эту палку еще, можно сказать, если так грубо выражаться, ну, конечно, не палка, но она действительно была палкой, их привезли и Дима с Гошей, и я ее выбрал еще, вот, когда она была с кусками земли, загогулина. Она у меня здесь, в кабинете в моем рабочем, вот она, там не знаю, как ее показать. Вот. Со всеми изгибами. Вот. И Валентин, конечно, ну, идеально ее сделал. То есть эта флейта вот до сих пор, на ней нету ни одной трещинки, ничего. И там были, конечно, замечательные корни. Я уже знал про дзен очень много и до этого, и про ваби, и про саби. И я Валентину говорю: Валентин, ну вот оставь вот эти вот корешки, вот такие вот, как они вот там делают вот на этих флейтах. Валентин: хорошо, хорошо. И в итоге вот все ровненько, как истинный краснодеревщик, он их аккуратно сточил, и их просто как бы нет. Они есть, как бы. Но их нет. Но звучание ее великолепное, и она, конечно, вот первая флейта, которая уже, ну, стала, ну, доминировать больше, чем секухати в моей практике. И да, Кахей Симидзу, когда увидел, он приехал, и как-то получилось, что приехали как раз вот первый раз, я увидел кетачников, приехал Ага-сенсей, Шарацуши, Кёрю-сенсей, вот, Андрюс из Амстердама, Тилопа, это вот А Тила, это был уже, да. вот я просто хочу уточнить, потому что я же тоже, соответственно, участвовал в каких-то пересечениях с кёташниками, и вот была встреча, я просто не помню, какой-то год, на 2000,
2007, может быть. Это вот эта встреча или это было еще раньше? Это было вот... Я вот не помню, было столетие Коку Нишамуры, и это был большой-большой слет. Они везде по Европе проехали, и вот Россия тоже Ну, была в списке. по-моему, как раз, если эта речь идет о примерно 2007 годе, то, в общем-то... Они 2 раза приезжали, у меня уже с датами тяжело, они 2 раза приезжали. Вот, был еще второй приезд. Вот я не помню, какой это год был. Ну, надо смотреть в нумерологию, куда углубляться и смотреть. Вот, и был Кахей Симидзу как раз тоже. Значит, сначала не было Кахей Симидзу, просто я с дуру как-то пришел, и у меня вот эта вот большая флейта еще за спиной. Я пришел на занятие с Кахей Симидзу на кёта-ку, как бы, да, и это. И он такой мне раз-раз за спину, а я так раз-раз прячу ее, она торчит все равно, большая палка все равно. Он, а что это у тебя там такое? Я говорю, да вот, как бы, большая. И он такой, так ножкой японской своей маленькой, у него маленький размер ножки такой, он так постучал по полу, я помню, так кулачки сжал. Говорит, ох, испортят тебя эти большие размеры. Вот, и я, Отступление от темы. он да, он чуть не прослезился, я его еле успокоил, потому что он прям вот, ну, занервничал так. Я как врач понимал, что вот-вот и срыв произойдет какой-то эмоциональный у сенсея. Вот, когда он увидел, он говорит, ох, испортят тебя это. Я говорю, да не, нет, это я просто вот сделали, я это так чуть-чуть. Он, ну ты же не бросишь заниматься сикухати? Я, нет, Кахей Симидзу не брошу, вот ей-богу не брошу, как бы. Вот. И это вот было первое, а потом второй раз как раз вот они уже приехали, получилось так, что они приехали в один момент, и был Кахей Симидзу, и была вся банда кёта-чиков, уже Широцуши не было, был другой молодой японец приехал, забыл его имя. Да-да-да, это вот как раз именно вот в эту встречу я был, да. Скорее всего, Да, да. да, да, да. Там фотографии есть общие в консерватории, по-моему, там тоже. Вот, да, это первое. Потому что ты Широцушин, наверное, не застал, да? Не Вот, застал, да. Я его вот как раз на фотографиях видел на предыдущей вот, встрече. вот, да, вот, вот он был раз, впечатлил меня, конечно, это вот, ну, это отдельная история. Вот, и Кахей Симидзе уже вот тоже с ними мы получилось так, что и этих надо встречать, и ему внимание уделить. И у меня уже эта большая палка за плечами еще как бы висит. И он меня видит с ними, и мы возле консерватории встречаемся, как бы, да, и я уже, ну, из уважения к Кахею Симидзе беру там и Кагару сансею, говорю, Кахей Симидзе, пойдемте, вот, ну, познакомимся, тоже вот японцы, там, Коку Нишамуры, и подвел, говорю, вот мой учитель Кахей Симидзе, вот я занимаюсь сикухати в школе Кинка, а вот тут приехали тоже друзья, то, там, Агар сансей, там, это... Вот. Но он расстроился, потому что он был даже приглашен на концерт. И когда он на концерте увидел, что я еще и с ними играю, и вот, ну, он понял, что я пропащая душа уже окончательно. Вот. Ну и с этого как бы началось действительно то, что я уже сикухати, когда в следующую осень приехал, я уже задания эти не выполнил. Естественно, на сикухати, потому что я занимался, ну, погрузился на кютаку, я к сикухати не притрагивался. А делать быстро, как бы, там, мне Саша Иванкин говорил, что, ну, ты выучи, приди там, отыграй, как бы, вот. Ну, вот, показательно я не сумел этого сделать, хотя можно было, я там просто из уважения, опять же, к Кахею Симидзе, думаю, сейчас выучу эти пьезы, ну, поиграю, как бы он там кулачками постучит, понервничает, что я плохо их разобрал. Ну и потом я их вместе с ним разберу по ходу, как бы сыграю нормально, он успокоится, даст новое задание, уедет опять на год, и я год опять буду играть на кютаку. Ну, у меня как бы не получилось так вот, все-таки не захотел я его больше обманывать, и то есть на этом мои занятия на сикухате закончились.
А я вот что хотел тебя спросить. Я видел, что где-то в каких-то инстаграмовых, фейсбуковых пространствах, что ты очень прекрасно играешь на фано. Вот, и в связи с этим, вот, получается, у тебя есть какое-то музыкальное образование, или это самостоятельные какие-то, значит, достижения? Ну, нет, это не самостоятельно, это 7 лет музыкальной школы, класс фортепиано, ну и там параллельно добра была лайка, как такие факультативные инструменты, вот, ну, фортепиано. Ну, опять же, мне повезло с преподавателем, потому что он научил меня слушать, импровизировать, и я это любил делать. Ну, тогда в классической музыкальной школе ничего такого не было. Надо было учить гаммы, надо было учить этюды. Вот. Я занимался карате, у меня были сбиты рудки всегда. У меня преподавательница, я приходил на занятия, у меня в зеленке мои казанки сбиты все. Она, как можно с такими руками, у тебя руки такие прекрасные, ты это. Вот. И я был слухач всегда, то есть мне нравилось импровизировать, я быстро подбирал очень, то есть там любую песню, которая мне понравилась, там в фильмах или еще что-то, я приходил и быстро-быстро подбирал это все. И точно так же я закончил музыкальную школу, и я сейчас листа тоже читаю плохо и хочу возобновить занятия, но научиться все-таки читать. У меня как получилось? Получалось, она играла, я запоминал, и я приходил на занятия, ставил ноты, играл наизусть, и если я где-то сбивался или что-то я не играл, она говорит, а повтори вот отсюда. И вот это для меня был провал, потому что отсюда, куда она показывала пальцем, я вообще не понимал ничего, что передо мной написано абсолютно. Вот эти вот ноты, вот это все, и она понимала. Она говорит, я опять на слух выучил все наизусть. Как бы. И вот так я закончил. И она, ну, способствовала этому, она подбирала всегда мне дело. Я когда сдавал экзамены, она давала какое-то вольное произведение, там «17 мгновений весны», там «Крылатые качели», ну, фильмы, которые шли в те времена по советским экранам, то есть какие-то популярные. Потом она мне помогла, еще выписала ноты, это тоже была диковинка, и подарила мне, сделала подарок там к концу выпуска, она подарила мне джазовые ноты, которые пришли из Америки, там джазовых исполнителей по классу фортепиано, и для меня это там прорыв был в плане такого. И поэтому к инструменту у меня не осталось вот такого ну, отношения, отвержения, как у многих, кто заканчивает музыкальную школу, они больше не подходят к инструменту. Я с этим как Да, раз и сталкивался. Я всегда, когда вижу инструмент в любом месте, это отель или еще что-то, где я его вижу, я всегда сяду, я всегда буду играть. То есть для меня, ну, это, ну, живой очень инструмент, очень, ну, приносящий радость именно того, что я не зажат в каких-то рамки, вот у меня не сжали меня рамки, вот эти обучающие, вот эту форму, я остался свободный, и я к нему отношусь свободно, то есть у меня нет никаких страхов подойти к роялю, подойти к фортепиану и что-то там нажать, посмотреть, по крайней мере, настроен он или нет, можно там играть или нет. Так вот. Здорово, здорово. Вот это вот из образования. Я почему, ну, вот это все вопросы спрашиваю, то есть, как, ну, можно сказать, какой-то, это, конечно, не классификация, не коллекционирование вот этих вот сочетаний, потому что, скорее всего, их, ну, там, огромное количество, но просто вот в секухачевом мире, по крайней мере, ну, людей не так много, и можно, ну, кое-что вот как-то прочувствовать, потому что вот люди приходят как бы вот в этот мир Сёкухати из разных, как из разных вселенных, да, из разных каких-то. Кто-то там, прям вот из боевых искусств, но при этом не связан с музыкой абсолютно. Кто-то вот, опять-таки, ну, в твоем случае, то есть получается, как бы тут вместе, да, и вот это вот, ну, такое высокое, можно сказать, искусство, да, как вот классическая музыка, и в то же время боевое искусство, требующее, ну, определенной такой вот жесткости и
много всего, вот. И вот оно каким-то образом тоже вот сочеталось, сочетается, и плюс еще и вот, ну, привело к этому, к Секухате, и в итоге к Кетаку. И в то же время еще, опять-таки, вот надо это для наших замечательных зрителей упомянуть, естественно, что Олег доктор, то есть сейчас это направление остеопатия, как я понимаю, да, в целом называется, вот если, Да, вот. да. И соответственно, как я понимаю, до этого тоже был большой опыт в разных, ну, как областях, направлениях медицины. Вот, то есть это какое-то совершенно, ну, фантастическое сочетание вот этих вот течений, и каким-то образом оно вот, ну, имеет место быть. Это удивительно на самом деле. Да, ну вот то, что действительно так срезонировало в жизни, занятия боевыми искусствами, там Япония, и медитации, и врачевание, и практика вообще вот игры на секухате, и сама традиция, да, она тоже связана так или иначе довольно-таки плотно с сословием самурайским, да, это люди, которые, в принципе, это направление и поддержали, и развили, это самураи, то есть это ронины, там, да, там, без хозяин, которые приняли там дзен-буддизм, стали монахами, и поэтому вот это вот сочетание, и там даже в историях, что они какое-то время им разрешалось носить короткие мечи, и меня это, конечно, все тоже срезонировало, то, что вот оно, как бы, да, но та традиция, которая вот сочетает в себе те увлечения, которые так или иначе являются частью моей жизни, и врачевание, и музыка, и боевые искусства, и вот они все вместе вот в этой бамбуковой палке собрались. То есть она их соединила как стержень, примагнитила к себе такое. И сама многогранность дзен-буддизма, да, то, что это мастера, которые владели не только хорошо игрой на этой флейте, но это и были мастера каллиграфии, стихосложения, чайной церемонии. То есть это люди, которые вот вмещали в себя как раз тоже очень многогранность, вот, и возможность как раз вот проявления этих многогранностей в человеческой сущности, в человеческой личности. Вот, и, да. Ну и сама Кютаку, конечно, почему Кютаку именно, да, то есть я мог бы остановиться на Хотику, на Валентина, да, то есть это тоже история такая небольшая. Почему именно Кютаку? Вот в первый, по-моему, приезд, или уже даже во второй, по-моему, приезд, я уже не помню, я уже путаю эти приезды, когда мы их встретили, Агара-сенсея, мы приехали в общежитие Московской консерватории, они расселились, и тут же достали флейты и начали играть. И дают мне кютаку уже настоящую. У тебя есть инструменты? Я говорю, нет, нету. Ну, там у меня вот эта большая, я достал ее, они говорят, нет, это не то, там Агар-сенсей ее покрутил, валентиновскую так отложил, вот, говорит, ну вот, возьми, как бы, флейту, давай вот пьеса Чоши, Дайвагаки, мы вот сейчас будем играть, и вот вместе с нами поиграй. И я беру, я уже практикую на хотику, там знаю, как играть, уже мы играем, там пьесы уже сложные какие-то, и все. И я беру эту кетапу настоящую, с уверенностью, с такой, ну, и тишина. И тишина, и я, ну, они уже начали играть, я пытаюсь там подстроиться, я знаю эти ноты, знаю, где, как бы, ну, пытаюсь взять оттуда, где не получается ничего, то есть я не могу извлечь звука никакого. И я из-за того, что у меня не получается, я так вот вздох облегчения, так, ну, вот, как человек делает,
Вот, и вот я вот, вот елки, ну не получается. И вот у меня что-то вот подобное такое вот происходит. И я вот, вот этот свободный выдох, и у меня получается звук. Я такой, елки-палки, ну это что-то другое вообще абсолютно, то есть не требующее усилий. То есть я понимаю, что это абсолютно другой тип дыхания. И для меня он, как для практикующего, ну, остеопатию, потому что там очень много связано именно с дыханием нашего более тонкого тела, и оно более такое длинное, плавное дыхание, не требующее импульсивности какой-то. То есть есть краниосакральный механизм, связанный с центральной нервной системой, когда дышит наш мозг. А есть более такой широкий в остеопатии, называется это длинный прилив, где это более такой спокойный ритм, естественный, который вот, ну, без особых вот этих вот колебаний каких-то. И для меня это стало вот ключевым, наверное, почему кютаку потом, и как она появилась потом, кютаку, то, что я уже именно захотел именно вот, ну, именно этот инструмент, именно вот прочувствовать, вот как это действительно звучит. Я с ними сыграл на концерте, на совместном. Они вот, когда мне эту флейту дали, у меня потом все-таки оно получилось, я понял, как дышать. Я у Агара брал уроки, пока он был там. Я с утра приходил в 5 часов утра, и мы с ним договорились, я его лечил. Вот, и он мне давал уроки, и вот все это время, пока он был, он мне дал вот эти вот, ну, первые навыки, вообще отличительные навыки именно игры на кютаку. И я уже на валентиновской флейте тоже уже, ну, играл, именно пытаясь как бы играть именно по кютачному, насколько возможно. Вот. Ну и потом Широцуши, вот уже Агар Сансей, ну, нашел этот бамбук, подготовил, а Широцуши Сансей, он его изготовил. И вот эта флейта, там, 1,5 года я ее ждал, там мне показывали процесс ее, там сушки, там это, потом Широцуши ее делали, отправляли фотографии, и вот уже конечный продукт, когда был сделан, отправили, что все уже сделано, то есть, ну, можно как бы думать о ее перелете из Японии сюда. И вот она, ну, прилетела и уже стала основным инструментом, то есть все остальные инструменты отложились в сторону, и я занимался только на ней. Ну и занимаюсь. Ну, занимаюсь я сейчас, мне Агар Сансей передал свою флейту, на которой он медитировал и играл трешку 30 лет. Вот она у меня стоит, я к ней еще, ну, у нас еще период знакомства, она у меня год, вот будет в сентябре, как она пришла, и мы, ну, с ней еще вот так постепенно. Потому что вот они такие капризные, и эта флейта тоже требующая своего внимания. Они даже вот эта кютаку и валентиновская, а кютаку моя не играла, когда лежала рядом, допустим, валентиновская. Я их расселял, там они у меня уезжали в разные кабинеты, там валентиновская у меня была. У японских есть такое свойство, да. Особенно. Валентиновская у меня была в кабинете, где я работал, это было дома, потом они помирились, и все нормально, как бы. И вот в этих сейчас тоже такое чуть-чуть есть, они в разных комнатах находятся. Вот. Трешка. Потому что если я начинаю играть на трешке, это начинает капризничать. Как бы если я начинаю играть только на этой, как бы трешка начинает капризничать. Но уже нормально, уже где-то уже Это вот. они уже даже ближе съехались, находятся рядом. Да. Это вот очень хорошие моменты, опять-таки, для тех, кто только начинает с этим всем соприкасаться, в том смысле, что существует ведь такое понятие, как там стандартная флейта, там стандартный строй, вот такие всякие. И они как бы, с одной стороны, вроде людям дают какую-то ориентацию, так сказать, да, что вот что стандартное, от чего отталкиваться и так далее. Вот, и с другой стороны, вводят в такое, ну, как бы заблуждение, да, то есть вот эти вот западные подходы, когда там, ну,
инструменты стандартизированные, все, так сказать, ну, так скажем, одинаковые, да, по виду, по строю, по всему, да, и, собственно, сама идея вот этой западного подхода, что все должно быть максимально вот, ну, так сказать, одинаковое, чтобы было удобно, да, чтобы вот у тебя такая, у меня такая, у него такая, и все как бы понятно, все ясно, не надо ничего там мучиться. Вот. А когда человек соприкасается с секухати, то обнаруживаются вот такие вот всякие нюансы, да, то есть либо вот то, что сейчас рассказывал, там флейты между собой, там и сами по себе флейты ведут себя по-разному, и в разных каких-то там акустических и прочих условиях все звучит по-разному, и много-много вот таких нюансов, с которыми надо как-то взаимодействовать. То есть, опять-таки, ну, то есть должно быть именно такой подход, опять-таки, живой, то есть не требовательный, что вот, ну, вот как бы дайте мне стандарт, чтобы он вот всему там соответствовал. Вот, а получается, что нужно самому как бы, ну, перестраиваться, да, во многом, то есть вот уходить от своих привычных каких-то шаблонов, рамок и прочего, то есть входить в мир, ну, какого-то живого, неизвестного, да, то есть вот такая вот история, да. Поэтому очень хорошие Да. примеры. Вот, да. Да. Вот, я просто еще хотел к такому, ну, как бы, моменту подвести, что, значит, тоже многие вот начинающие, они как бы слушают каких-то именитых там сенсеев, ну, там и Нишимуры, и Ватадзуми, и так далее. Вот, и им нравится этот звук, и отзывается, и они как бы, ну, жаждет каких-то инструкций, вот, чтобы, ну, так скажем, вот такой же звук, да, чтобы вот у них был. Вот. Но если так внимательно посмотреть, то этот звук, это, ну, опять-таки, как некое отражение жизни человека и его какого-то и жизненного опыта, и прошлого, и каких-то, ну, то есть здесь это совокупность всего, и то есть через этот вот звук, это не просто звук, как набор каких-то частот, это как некий вот весь вот этот вот, ну, прожитая жизнь, включая, может быть, даже, ну, какие-то нечитаемые Другие воплощения. сцы, да, другие воплощения и так далее, вот. Ну и даже просто то, что можно вот, ну тот же Нишимура, там, насколько мы знаем, там войну прошел, там еще что-то, ну то есть какие-то вот события в жизни человека, то есть все это складывается в вот этот вот звук. И когда человек слышит, он не понимает, что происходит, он слышит, у него там мурашки, допустим, да, идут, или там состояние какое-то такое особое там возникает. И при этом звук вроде бы и простой, да, то есть нет в нем ничего такого, ну, то есть это не как в классической там, европейской там, допустим, музыке, может быть, пение какой-то, то есть понятно, что человек там, ну, вот что-то поет такое там, какую-то высокую октаву или какую-то там, вот, а здесь вроде бы все просто, и в то же время что-то происходит, ну, совершенно вот, ну, никак это словами не выразить. Вот такие моменты. Да. Ну, это изначально как бы в нем и заложено, это традиционно, это инструмент просветления, как мы знаем, да, это, ну, как бы задача, которая ставилась, это задача просветления. Да, то есть это медитативный инструмент, это задача каждой религии на самом деле просветление. То есть нету другой задачи, никакой задача войти в это состояние, да, светящейся, звенящей чистоты, пустоты, там в разных традициях по-разному это описывается, там райское состояние, да, небесное состояние, атмана, дао. Вот, и этот инструмент, он как просто дверь, приглашающая именно в то пространство. И каждый мастер, безусловно, является, ну, всего лишь дверью на самом деле. Это не является конечной точкой. Этот звук не является конечным результатом этого всего. Это всего лишь приглашение. Да, и многие как раз вот останавливаются на этом приглашении, зависают на этой двери, хотя на самом деле это просто дверь. Да, дверь, которую нужно подойти, открыть,
а еще и не побояться туда войти, в это пространство, потому что это абсолютно удивительное пространство, и оно будет открываться для каждого по-своему. Да, Приглашающих да. много в это пространство, да, играющих, практикующих, а суть, что стоит там за этой дверью, она будет открыта именно тому человеку, который туда шагнет, в это пространство. Потому что даже из своей практики я понимаю, что да, уникальность этого инструмента, что это нестандартный инструмент, и он будет звучать у каждого. Ты его возьмешь, я его возьму, Гоша его возьмет, Дима его возьмет, наши любимые друзья. И это будет разное звучание, у нас разный аппарат, у нас разное дыхание, у нас разные состояния, у нас разный опыт нашей личности, нашей сущности. И мы тоже будем такими же дверьми для кого-то. Кто-то услышит, скажет: о, как здорово Бамбу играет, как бы. А потом услышит кого-то: нет, а тот лучше играет. Начинается сравнение. Для меня нету сравнений, кто лучше или хуже, просто есть. Это вот мы дверки, просто мы приглашающие. Ну, понравилось тебе, как я играю, хорошо, но это не важно. Ты возьми сам, ты Да, да, возьми и да, начни да. практиковать, и тогда ты поймешь, что ты лучше играешь. Для тебя ты будешь находить те состояния, и ты будешь являться единственным критиком самому себе, и не кто-то другой. Потому что я сам для себя понимаю, что в какие-то моменты я попал за эту дверь. А в какие-то моменты я сижу и играю прекрасную эту пьесу, и у меня мысли мои летают где-то в другой стороне. И я ловлю себя на том, что я уже подыграл это произведение до конца, а на самом деле я думал о том, какие мне пациенты завтра придут. Вот в чем как бы эта разница огромнейшая. А бывают моменты, когда вот, раз, и вот она, эта дверка приоткрылась, и тогда кайф. Тогда ты Да. понимаешь, вот она индивидуальная практика, которая и завораживает в этом инструменте прежде всего. И Да. ты, наверное, знаешь, да, и у тебя были такие моменты, когда ты выступал перед большой аудиторией. И вот есть вот некоторые выступления, которые вот запомнились не только тебе, но и слушатели попали в эту приоткрытую дверь, да, то есть есть Да, моменты, да, когда вот, ну, просто да. красиво звук звучал, все было здорово, но ты сам для себя понимаешь, ну, не было, ну, не вошли мы Ну туда, да, да. были рядом, топтались около этой дверки, дергали за ручку, как бы, ну, нет, а вот были моменты, когда вот раз, и вот эта вот звенящая тишина, в которую попал и ты, и за счет того, что попал ты, это срезонировало с теми, кто присутствовал в этом Да. пространстве, и они тоже увидели эту маленькую щелку, которая приоткрылась за этой дверью. Да. Вот. Но вот у меня чаще такие состояния, когда я, конечно, практикую один, занимаюсь и практикую один. То есть у меня было всего два концерта, их помнят люди, что замолчало все. Замолчала работающие машины, которые копали экскаваторы дорогу, замолчали люди, замолчали птицы, то есть наступила вот звенящая тишина, то есть люди, то есть вот, ну, полностью пропали все звуки, хотя это было в городе, было лето, шумели машины, и вдруг это все исчезло, то есть перестало существовать в пространстве, то есть наступила вот эта вот пауза. И как раз вот об этой паузе мне сказал Агар, это для меня было ключевым тоже, ну, в его уроке он мне сказал, что самое главное — это как раз паузы между Да. этими звуками, которые ты берешь, они основные. И я тогда, для меня это был такой же каан, как хлопок одной ладони или игра на железной металлической плите, на ломе, грубо говоря, как он может лом играть или хлопок одной ладони. И также, а что в этом пространстве такого? Мы стремимся извлечь звук качественно, да, там послушать его, посмотреть, как он меняется, кайфануть от этого. А тут мастер говорит, что все это ерунда. На самом деле, вот между ними вот это вот и есть то, что нужно. Да. Вот, и я, ну, вот именно в такие моменты, когда ты попадаешь вот эту в пустоту, то есть вот этот звук, он уходит, а на самом деле он открывает вот эту дверку, в которой находится вот это просветление, это жизнь, это любовь, это
благость, это состояние, которое, ну, запоминается. Это такое мистическое переживание, которому, ну, которое позволяет как раз вот эта флейта и сикухати, и кютапу, и ходику, они вот как раз позволяют, благодаря своей вот этой индивидуальности, попасть в эти состояния. Да, вот. Да, и из-за этого, как бы, из-за этого ты постоянно возвращаешься, 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 пытаясь вот попасть, и постоянно попадаешь в разное, то есть ждешь одного, а попадаешь, еще какой-то опыт получаешь из этих состояний, и думаешь, ну, классно. Да, вот, да, я да, был да, там. Да, да. И здесь всегда вот, опять-таки, вот эта привычка, ну, сказать, я ее называю условно европейская, вот, привычка, ну, быстрее, выше, сильнее, и вот все, ну, такое потенциально подразумеваемое, что вот сегодня вот звук там, ну, грубо говоря, столько-то децибел, но завтра я вот как бы потренируюсь, и будет еще больше, вот, но здесь совершенно ведь другой контекст, да, то есть и в плане вот этого мастерства, так скажем, то есть это не означает, что мастер там в 10 раз, значит, громче ученика, да, там выдувает какой-то звук или там. Но такие вещи, они как бы, ну, они могут быть, могут не быть, то есть это, в принципе, вообще не важно. То есть, как бы здесь само мастерство, оно его даже сформулировать, вот, ну, так сложно, да, писать словами, в чем оно, собственно, мастерство, да, потому что с внешнего наблюдения оно вообще непонятно, потому что может приехать сенсей, и он там тихонечко что-то играет, и для начинающего вроде как будто бы он и чего-то вот, ну, не так ярко играет, как ученики, допустим. Но вот это, ну, мастерство, да. Да, мастерство и само совершенно в какой-то другой области, можно сказать, находится. Поэтому другой контекст. И чтобы его, по сути, понимать, да, нужно вот, ну, единственный путь, собственно, с этим как-то ну, начать взаимодействовать. И тогда вот уже там внутри что-то будет видно. Потому что с внешней стороны, пока человек, как сказать, не в теме, он вообще не поймет, что там происходит. И поймет, скорее всего, даже противоположное. Вот. Именно по этой причине. Ну да, то есть. По этой причине, вот, ну, как, ну, какое-то время назад мне стало как-то понятно, что очень важно все-таки об этом, ну, как-то общаться и, ну, как-то не вот так специально, да, как некое такое обучение этому, а просто вот общаться об этом, да, чтобы те, кто где-то близко находится, чтобы им было, ну, определенная, как вот, возможность в это все вот поле подходить ближе и, ну, взаимодействовать с этим. В том числе вот эти вот. Да, и вот, ну, для начинающих я хочу тоже, ну, чуть-чуть сказать. Вот я уже год играю только одну пьесу, она называется «Один звук Будды». О, вот. Ну, чтобы они понимали, и мне не скучно, вот там, вот. Кто слушает, там, ребята, поймите, это один звук ров в этой пьесе, и поверьте, это не скучно, потому что вот это как бы является, ну, это классно, когда вы найдете в одной пьесе столько и будете находить каждый день новое, 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 и вам не будет скучно, вам не надо будет гнаться за количеством выученных пьес, там, сложных каких-то комбинаций там различных. То есть иногда одна пьеса вас, вот, когда вас одна пьеса воткнет, и вы вот прям зависнете и поймете, елки-палки, прошел год, а я играю и только ее одну. И вот от этого тогда вы кайфанете. Вот, ну, действительно. Здорово, да, потому да, что, да. Может быть, действительно стоит отыграть все там, сколько там, 200 пьес в Кинковской школе, там еще прочее. Безусловно. И есть и такой путь, да, то есть человек идет как через, конечно, повторение, да, там, в карате, там, да, или, конечно, в кендо, там,
тысячу раз ты повторяешь, пока у тебя там руки не отвалятся, и тело само не выберет правильно это направление, это действие. Есть и такой путь, безусловно. Конечно. Но есть путь и созерцательный, когда можно остановиться, и, к сожалению, в современном обществе он все меньше и меньше используется, потому что мы гонимся за информацией, гонимся за количеством, за каким-то, да, а вот за состоянием тишины, созерцание одного звука, то есть, ну, это вот, ну, редко, все реже-реже встречаешь людей, которые способны зависнуть на одном звуке и все. Вот, и находить там прелести, находить там постоянно что-то новое. Вот, я призываю, если у вас как бы просто поэкспериментируйте, вот, поверьте, это не скучно, и Чоши, и Дайвагаки, которые первые пьесы, они не просто так играются в понкёку, они называются там состояние, либо вопрос, в каком ты состоянии, как ты настроен, готов ли ты вот идти дальше, открывая эту дверь, да, то есть насколько ты вот, выстроен вообще, насколько ты сосредоточен, насколько ты расслаблен одновременно при этом сосредоточении, насколько ты расфокусирован, насколько ты слит с тем инструментом, который должен быть продолжением твоей сущности, твоего голоса, потому что дыхание – это голос, да, мы говорим на выдохе. И здесь это тоже разговор, это некая вибрация, да, которую мы произносим, только произносим это через звук. Да. Вот. Такие вот рассуждения и пожелания, можно да, сказать. Замечательно, замечательно. Замечательно. Спасибо тебе, что поделился всем этим. И я надеюсь, что еще как-то мы встретимся и не только виртуально, но и живьем. Вот. Но вот виртуально, если, может быть, какие-то моменты относительно, ну, каких-то, может быть, посвятить время каким-то отдельным, вот, может быть, пьесам или каким-то таким вот моментам уже. Ну, то есть не общим, а вот именно по кетаку. Ну, это вот, так сказать, на будущее просто такое пожелание. Вот. Да-да-да. Задел. Да-да-да-да. Ну, потому что общие такие контексты и моменты мы вот поговорили, обсудили, и это уже да, ну, как бы много, и я думаю, что для вот тех, кто вообще вот впервые с этим соприкасается всем, это очень, ну, не знаю, для меня это было бы там лет там 15 назад, я бы увидел такую, ну, передачу, где вот обсуждают все эти моменты, потому что я сам это как-то, ну, хотел слышать, да, и где-то вот искал там и в интернете еще где-то какую-то информацию там, и как-то все вот оно, ну, в лучшем случае где-то там какая-то, ну, такое упоминание вот о всех этих моментах, да, и как-то вот ничего. Вот. Да и мало что изменилось, по сути, за это время, так что, и тем более, можно было это услышать, послушать, вот, в основном какие-то тексты, а это все достаточно сложно, ну, для восприятия. Да, да. Да. Спасибо, Александр, тебе. Очень здорово пообщались. Да. Тогда будем на связи. Будем на связи, да. Всего доброго. Будьте здоровы, здоровья вашим телам и радости вашим сердцам, и тепла вашим домам, в которых вы живете, вашим пространством. Прекрасно. Всего доброго.